Главная цель антинаркотической комиссии в Ленинском городском округе – координация усилий государственных, муниципальных и общественных организаций и учреждений в борьбе с распространением и употреблением наркотиков. В начале заседания заместитель главы администрации округа Эдуард Арадушкин озвучил цифры статистики. В Ленинском городском округе в прошлом году было 29 случаев смертельных отравлений наркотическими средствами и психотропными веществами, что является средним по области. Высокая смертность была в следующих городских округах – это Бала, Люберецком, Одинцовском, Богородском городском округе. Понятно, что одним из факторов уменьшения данного показателя является проведение профилактики наркомании. На протяжении сентября в Московской области проводился конкурс антинаркотической социальной рекламы «Спасем жизнь вместе». На заседании были награждены организации, принявшие участие в этой акции. Среди них памятным дипломом был отмечен и коллектив телекомпании «Видное ТВ». Спасибо. Мы стараемся на благо. Участники антинаркотической комиссии заслушали доклад врача-психиатра-нарколога Ольги Запольновой о мерах, которые принимаются работниками медицинских учреждений для выявления лиц, употребляющих наркотики, прежде всего, среди молодых людей. В 2021 году наркологи 36 раз выходили в образовательные учреждения для проведения планового обследования обучающихся на предмет раннего незаконного употребления наркотических веществ. Проведено обследование 1692 школьников. Случаев употребления наркотиков школьниками не выявлено. На комиссии также присутствовали представители учебных заведений, которые рассказали об итогах социально-психологических тестов. Они проводились в Молоковской и Лопатинской школах. В 2020-2021 учебном году тестирование в нашей школе прошли 313 обучающихся с 7 по 11 класс в возрасте от 14 до 18 лет. Наблюдается увеличение процента повышенной вероятности вовлечения обучающихся к факторам риска по отношению к предыдущему году. Результаты исследований позволяют скоординировать работу педагогов и прикладывать больше усилий в работе с ребятами, имеющими больший риск быть вовлеченными в наркоманию. Максим Козлов, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ.